Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Russian Soul, и с вами Марина. Я сейчас в теплице на передержку сажаю рассаду земляники. Вот я купила рассаду в таких коробках. Это сорт Зенга-Зенгана, старый сорт. И для того, чтобы мне здесь не перепутать сорта, я вот сделала такой ярлычок, вырезала из коробки. Там вы, как вы можете видеть, вот там один ярлычок уже стоит. И вот здесь я отмечу вторым ярлычком. Вот, и я покажу, что буду делать. Вот, снимаем упаковку. Здесь так называемая рассада фриго. То есть рожки земляники, освобожденные от земли. И потом, когда их упаковали, пересыпав торфом. Вот я вам сейчас распакую и покажу, как это выглядит. Не бойтесь покупать такую рассаду, но учтите, долго она в этой упаковке находиться не может. Поэтому нужно либо посадить ее в горшки, если вы не находитесь близко от своей теплицы и не можете ухаживать за земляникой. Либо положить в нулевую камеру холодильника, если у вас есть такая камера. И следить за состоянием. Вот, смотрите, как выглядит саженец. Замечательно выглядит. Здоровые молодые листочки. И вот здесь уже мелкие белые всасывающие корешки. Но я такую длинную корневую систему оставлять не буду. А вот так вот ее подрежу у всех саженцев. Видите, я вот уже 5 саженцев из предыдущей коробки сорта Богема уже посадила. Вот так. Смотрю здесь также. Также слегка укорачиваю корневую систему. Вот. Замечательные кустики. Вот их здесь 5. Вот я удалю, чтобы торф здесь не мешал расти, потому что когда мы сажаем, сердечко, то есть вот место, точка роста, засыпать землей нельзя, должно быть снаружи. Также немножко укорочу. И так все 5 растений. Луночки я уже сделала. Можно еще чуть-чуть, короче. Вот. И сейчас их все посажу, какой-то самый-самый мелкий. Ну, ничего страшного. Вырастет и этот. Вот так. Луночки сделаны. Это просто хорошая плодородная почва в теплице. В прошлом году здесь росли томаты. В этом году будут расти, наверное, перцы. С этой стороны посмотрим. Все впереди. Так, переношу сейчас угол обзора и будем сажать. Вот так. И теперь сажаем. Смотрите, как я это делаю. Чуть-чуть. Вот так. Луночка. Берем саженец. Так. Опускаем корешки, чтобы они не сгибались в лунки. И присыпаем почвой, расправляя так все. Вот, и немножко утрамбуем, конечно. И после этого я полью. Почва у меня влажная в теплице. Полью теплой водой. Принесу из крана. Мы сегодня хотим поставить здесь бочку уже в теплице. Набрать в нее талой воды. У нас из дренажного колодца. И буду уже этой водой поливать. Сейчас в теплице 9 градусов тепла. Ну, потому что день, знаете, не солнечный сегодня. Поэтому сегодня, так скажем, прохладно. Вот. И все остальные растения, маленькие саженцы, сажаем точно так же. И вот корешки. Это я потом там воткну.
Корешки расправляем. Вот так вот, как видите. И высыпаем. Держим. Высыпаем. Вот так. Смотрите, видите, сердечко. То есть вот точка роста. Ее ни в коем случае нельзя засыпать землей. Иначе у нас пропадет земляника. Все. Немножко так прижать. И потом обильно польем. И все. Когда здесь у меня на улице уже будет готова грядка под землянику, я возьму, выкопаю с большим корневым комом эти растения и аккуратно их перенесу уже в грядки на улицу. Я думаю, что к тому времени они уже будут с цветами. А здесь уже будет освобождаться место под другие культуры. Ну вот. Так, если вы хотите сохранить вот такую рассаду, я сказала, либо вы храните не в фруктовом овощном отделе холодильника, там слишком тепло, нужна нулевая камера, либо лучше посадите в горшки и держите на подоконниках.